Сегодня у нас... Вы, наверное, помните Дива Данс из вот этого фильма. Как же он называется? Пятый пришелец? Да как же его? Пять синих пришельцев? Пять синих инопланетян? Да черт возьми, как же ты называешься? Пятый элемент. Спасибо тебе, Рондо. Пятый элемент. Пятый пришелец. Ну, я был близко. Пьяная наложница и Дива Дэнс. Помню, мы как-то слушали Дива Дэнс. Жаль, что эта запись не сохранилась. Но вот пьяная наложница, не думаю, что слышал это. Следующее мое кресло будет точно такое. У меня уже их было штук 5. Следующее будет вот это. Скромненько, но со вкусом. Нет, никогда бы не подумал, что это его голос. Слушайте. Боже, молю, пусть это будет танцевальный баттл. И этот туда же. Боже ты мой! Вот как мужчины должны решать дела. Вышел с нотой за гаражи и навалял ей по самые фасоляси. А вот и танцульки.
Боже мой, вы серьезно? Вот так взяли и оборвали это? Я не был готов к такому облому. А теперь ты еще будешь 2 часа загружаться. А здесь мы поставим на паузу, чтобы нас не обломало. А то меня как будто бы на улицу выставили, еще и выбросили мои вещи в окно. Вау. Мне тут пишут в чате. Ли Югань — это артист пекинской оперы, который исполняет роли женского амплуа. Хуадань. Вау. Это было сумасшествие. Этот свист — это и есть скандально известная нота Димаша Ре-8, которая вне пианино. Вот какая должна быть аудитория.